Всем привет! Вы на канале Афира Пэтс. Сейчас мы пойдем с мужем в магазины, потому что мама мне сказала и Даша сказала, закончились в Москве прокладки. О боже, у меня тоже нет прокладок, мне надо их купить. Еще также закончился сахар, в Москве нету. Маня сказала, что у нее по 270 рублей, в Нижнем Новгороде 110 рублей. Сейчас пойдем в магазин, в Пятерку и в Магнит Косметик. Посмотрим сахар. Ну, у нас есть. Нам родители мужа дали 10 килограмм. Не надо к нам лезть в окна, как зомби-апокалипсис. Сахар! Сахар! Не надо так. У нас свои 10 килограмм, которые честно купил Толик в Магните. Еще с лета, между прочим, у мужа. Нет, это не тот сахар. Его купил папа в магазине продуктовом на прошлой неделе. Блядь, я все. Но еще по 52 рубля успел купить. Блядь, я говорю. Ты, надеюсь, отжал? Нет. Блядь, да отжимай, зайка. Давай. Сейчас мы пройдемся по магазинам и посмотрим, что сколько стоит, где чего есть. Все буду писать также на экране. Кто, где, какие цены. Погнали! Так, мы пока в Пятерке. Смотрите, сколько здесь прокладок есть. Москвичи, приезжайте в шахты за прокладкой. Есть тампаксы даже. Есть, пожалуйста, тебе все какие угодно. Какой-то Пупи, Дискрет, Котекс, Олвис. Кто-то там на кассе по поводу сахара ругается. Говорят, что сахара нет. Походу, сахара нет. Так что у нас здесь есть. Сейчас еще пойдем в Магнит и Магнит Косметик там посмотрим. В общем, сахара нет, соль еще пока есть. Мама у меня сказала, у них и соль еще закончилась. Ну, в смысле, в магазинах даже соли нету. А, пожалуйста, есть зато тростниковый. 5 килограмм закончилось. Теперь вместо вот здесь был сахар. Теперь здесь вода. Муж у меня взял 2 пачки Бариллы. Мы подсели на эти макароны, говорит, пока есть, пока все не сгребли. Напишите в комментариях, какие вы макарошки покупаете, какой фирмы. Собака. Чья-то, непонятно. У нас, в принципе, все полки, пожалуйста, все полки полные. Кроме сахара, конечно. Масло, вон говорят, что масло тоже там по несколько в руки дают. У нас здесь все есть. Пожалуйста. Здесь у нас что написано? По 5 штук получается всего. Самое необходимое. Пожалуйста, соки, воды. Пришли в Магнит. Но в овощах, фруктах здесь что-то немного. А так тоже, пожалуйста, полные полки. Мука. Даже соль есть. Масло дофига. Кстати, первый раз до этого Магнита вообще дошли. Живем здесь с сентября. Ни разу не ходили сюда. Где тут вообще сахар-то водится, блин? Посмотреть. Ну, в общем, полные полки. Всего. Молочка, пожалуйста. Пожалуйста, тебе кофе. В поисках сахара. Может, сахар там, где соль должна быть, да? О, химия. О, тут всякие прибамбасики даже есть. Я подумала, с зайцами. Нет.
Так, так, так. Игрушечки, бухлишка. А где прокладки и паразиты? Что ты купил? Ну, пармалат и яблочки. Пармалат и яблочки. Оказывается, пармалата... пусто все. Но на нету. Ценнике написано не больше 3 штук в руки. Это ты про что? Про сахар. Ты сахар нашел? А я почему не нашла? И что ты руками мне машешь? А, ну то есть тоже все-таки нет. Но я здесь была просто. Ну понятно, значит тоже нету сахара. Понятно, понятно. Зато соли две завались. В Москве уже ни соли нету, ни сахара, ни прокладок. Так, посмотрим. Пожалуйста. Здесь тоже все прокладки на местах. Прокладки, тампоны, Naturella, Discreet, Carefree, Bella. Пожалуйста, вам. Напишите в комментариях, как вы считаете. Уйдут все прокладки, что ли, от нас? Они, получается, все у нас же заморские, так скажем. Останутся Натали. Есть у нас, по-моему, только одни русские. Натали. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях. Но они длиной 30 сантиметров и толщиной 5 сантиметров. А, ставьте лайк, если знаете такие стрёмные прокладки. Но эти, мне кажется, все они заморские. И чё, они больше нам не будут поставлять прокладки? Девочкам придется пользоваться ваткой и марлей. Мы в Магнит Косметик любим вот такое мыло покупать. Петровое, на сотку стоит. Там 100 с чем-то. Надо, кстати, еще салфетки влажные. Ой, все сыпется. Вот такие возьмем. Знаете. Так, пожалуйста. Ё-моё. Здесь прям магазин прокладок. Ну, однозначно надо москвичам ехать сюда. А, здесь тоже свои ограничения. 3 единицы тоже. Нам в Магните сказали тоже по 3 пачки только в руки даются. Поражались тетками, что будут только Натали. Они сказали, не хотелось бы. Ну, в общем, все есть. О, кстати, походу, это корейские, про которые мне Даша говорила. А, ну, надо брать. Даха, приезжай. Я могу тебя отправить, надо? Если надо, я могу тебе завтра сходить. Потому что такие прокладки уже стоят на этом, на Озоне 700 рублей. Но сейчас попробую тогда котика взять. Когда они стоили, по-моему, ну, подешевле в Ашане. Я как-то их видела, но что-то не решилась взять. Взяла одни в этом, в Пятерке обычные. Обычно это в смысле было, по-моему. Сейчас возьму с котиком корейские. Ой, ну тут вообще капец. И тампоксов вам, пожалуйста. И всяких куча разных этих. Это мы в Магнит Косметик пришли. Если я вдруг не сказала. Это тоже, наверное, какие-то корейские. Короче, там Ярок. А, Мэрис. Так, что тут еще какие-то размеры, блин. Ой, что тут за размеры вообще идут? Элька. И что, Элька? Есть М-ка. Да я знаю. А отличия какие? В длине, что ли? Сайз Эль. Такая у тебя? Нет. На трусы показывают. Блин, ну почему для девочек с кроликами, девки, блин. А типа взрослые не носят, да? Трусы с кроликами. Вредные какие. Короче, не знаю, Ильку или Эмку. Надо посмотреть. Сейчас еще.
походу, правда, Даша придется мне присылать. Ну, купить ей, короче, коробку прокладок и отправить почтой России. Ну, Дахты выбирай там почтой. Или этой. Пэк-шмэк. Блин, я не знаю. М-ку или Эльку. Ну, в общем, заканчиваем тогда это видео. Пишите комментарии, как у вас в городе. Мы находимся в городе Шахты. У нас пока есть все. Сахар, кстати, тетка сказала, и самогнита, что завозит каждый день. И как чайки разбирают их. Так делают. И-и-и. Короче, накидывается на сахар и разбирают. Так, взяли, короче, прокладки для Даши, короче, взяли две и одну себе. Мыло, влажные салфетки. С Дашей списалась. Она говорит, бери все, что видишь. Я говорю, нельзя, только три. Так что вот. Кстати, Зай, надо еще гель для бритья. Я вспомнила. Надо идти за гелем. Блин. Девушка, не подскажете, куда гель для бритья идти? Ага, отлично, благодарю. А то увидела, что у нас заканчивается уже. Что ни хера, 400 рублей. Жилет, а не вея. Так, успокаивающий, охлаждающий. Ну, наверное, такой, что ли. Ну, 300, в общем. Ну, надеюсь, одного-то, господи, достаточно будет. Точно гель. Вот, гель. Такими, да. Ну, как бы... Чего? Конечно. А то я не вспомню, ты, конечно, не вспомнишь. Дайте, пожалуйста. Все. Дахи купили, гель себе купили, прокладки купили. Но магнит, косметик весь полный. Все тут есть.